А, нет, рассказ «Летейщика» Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Я пролетарий. Объясняться лишнее. Жил, как мать произвела, родив. И вот мне квартиру дают жилищный мой рабочий кооператив. Ширина во. Высота во. Проветрена, освещена и согрета. Все хорошо. Но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света. Удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная. Вода в кране, холодная крайне. Кран другой не тронешь рукой. Можно холодный мыть хохол, горячий подпор. На кране одном написано. Хол, на кране другом. Гор, придешь, уставший, вешаться хочется, ни щи не радуют, ни чая клокотания, а чайкой поплещешься, и мертвый расхохочется от этого плещущего щекотания. Будто пришел к социализму в гости, от удовольствия захватывает дых, брюки на крюк, мыло на гвоздик, что-то в руку и болтых. Сядешь и моешься. Долго-долго. Словом, сидишь, пока охота. Просто в комнате лето и Волга. Только что нету рыб и пароходов. И хоть грязь на тебе десятилетнего стажа, с тебя корою с дерева, словно лыком сходит сажа, смывается стерва. И уж распаришься, разжаришься уж. Тут вертай ручки, и каплет прохладный дождик душ из дырчатой железной тучки. Ну уж и ласковость в этом душе, тебя никакой не возьмет упадок. Погладит волосы, потреплет уши и течет по желобу промеж лопаток. Воду смываешь с мокрого тельца полотенцем, как зверь мохнатым, чтобы сушить пяткам пол стелится. Извиняюсь за выражение пробковым матом. Себя разглядевши в зеркало вправленное, в рубаху в чистую власть, влажу и думаю, очень правильно это наша советская власть.